Вот наши уличные бандиты. Вот. Дал им сыра, где-то примерно грамм 200. Ну, не сыр, это творог. Просто он спрессовался, как сыр творожный получился. Вот. Сейчас мякоть белого хлеба положу. Вот. Ее еще долбят потихоньку. Ну и здесь добавил еще зерносмеси. Вот они у нас. Кормушки, зерносмесь, продлили. То есть еды по полной. Вот у нас за 2 дня у нас исчезло 1,5 литра воды. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что еще день и, наверное, воду им поменяем. Может, даже как раз 2 смены у меня пройдет. Потом уже надо будет поменять. То есть там даже если будет оставаться грамм 200, в любом случае поменяю там свежую воду. Вот, опять у нас загорают на солнышке. Вот, вот так вот они чувствуют себя нехорошо. Температура у них на данный момент опустилась немножко, до 16 градусов. Вот. А так у них температура вчера доходила до 24, если не ошибаюсь. Вот. Ну, если бы им было холодно, я бы это все заметил. Вот. На данный момент им хорошо, тепло, комфортно. Вот. Любимый подоконник обследуют опять. Вот. Ну, это альтернатива полочки во втором инкубаторе, в котором они начали свою жизнь. Вот. Поэтому вот здесь они у нас на подоконнике будут сидеть регулярно до подросткового периода. Потом мы их будем уже, наверное, на улицу чаще выпускать. Ну и приучать к улице к более низким температурам. То есть чем дальше, тем более жесткие условия, жесткие в плане того, чтобы, вот видите, как он лежит, вообще что-то с чем-то. Вот это у нас который самый маленький, у которого лапки разъезжаются, по крайней мере до этого разъезжались. Вот он сейчас себя так вот чувствует. Вот у нас наша красивенькая фаверолечка. Вот, вот так вот она вот выросла уже, оперилась. Вот. Видите, вот фаверольки, кстати, больше всех любят. У нас подоконник наши, из нашего яйца, которые птенцы, они как бы не особо лезут на подоконник. Вот фаверольки регулярно. Ну и взрослые, естественно, тоже. Наших вот такая вот привычка есть. Все подергать, все прощупать, везде попрыгать, поскакать. Вот. Как-то так, с малышами. Вот. Видите, опять фаверолька щекастая.